А, вон, вижу, блестит. Плотва, по-моему. Нормально, плотва. Да? Ну да. Ты меня опять облавливаешь, Миша. Пока Мишка меня облавливает. И у Миши клюет, и у меня клюет, да? У меня есть. И у меня есть. Ух ты. Это у меня судачок, а у Миши не знаю. Сейчас посмотрим, что у Миши. Есть, Миш? Вот, да, небольшая. Покажешь нам. Да, да. Нифига себе небольшая, у тебя хорошая густерка, упала. Иди, догоняй ее. Густерка, ребята, у Миши. Первая густерка, аккуратней там. Уж фиг с ней лучше, сам не заваляйся. Поймал? Да. Покажи нам густерку свою. У тебя первая густерка твоя. Вторая рыбка. Вторая рыбка у Мишки. А у меня, ребят, вон, смотрите. У тебя бершонок, папа. Бершонок, думаешь? Да. Нет, судачок. Маленькие-маленькие клыки, но, блин. А не бершонок? Блин, попытаюсь сейчас отцепить. У меня есть там где-то зацепить чем, чтобы его отцепить. Ну, отпустить, вернее, маленький совсем. Жалко такого. Угу. Видишь, к вечеру идиот. Всем привет. Привет, друзья. Сегодня у нас с Мишей вечерняя рыбалка. Пришли посидеть. Время уже 7 часов вечера. Посидим, попробуем, может, будет ловиться. Так тихо сегодня, хорошо, посмотрите, как вечером. Вообще классно. Комарики только немножко покусывают, а так суперски. Попробуем, посидим. Будем надеяться, что будет клевать. Да, Мишанька? Ну да. Посидим. Давно не было вечерней рыбалки. Так классно сидеть, посмотреть, какая тишина здесь. Просто сказочно. Есть, вот хорошенькая. Ух, как трепыхается. Ох, ты трепыхается. Хорошо трепыхается. Их. Вот это вобла, ребят. Вот это вечерний клев, ребят. Вы посмотрите сравнение. Вот это вечерний. Ты как, Мишань? Смотрите, ребят, красавица какая толстая. Вот клювала-то как, да? Угу. Так что вечерний клев, ребят, никто не отменял. Вот такая рыбка. Шикарно. Так хорошо она зацепилась. Никак оцепить не могу. О, хорошие крючки. Смотрите, ребята, еще раз. Вот это плотвин. Убирай, Миша. Давай, пап. Вот это да. Ух ты, крючок. Теперь пухается. Аккуратненько. Классно. Есть. О, этот раз есть, чувствуешь. Прыкает прям. Тых-тых, удары такие. Хорошая, густера. Густера, ребят. Еще к вечеру клюет. О, нормальный. Нет, не густера, сапа. По-нашему сапа ее называют. Такая красивенькая. Ребят, разве не красота? Смотрите, просто красота на реке. Как без этого можно жить? Я не знаю. Мы с Мишей вообще от этого обалдеем. Такая сказка. А скоро с утреца на рыбалку, вернее, с ночевкой. И с утреца рыбку половить. Ребята, это вообще просто что-то. Костерчик. Какая-нибудь еда на костре. Кусаются? Кусаются, Миша. Вот единственные комарики кусаются. Но это не беда. Миша говорит, что ты тащит. Кого-то тащит, да? Ну да. А, есть, вижу. Вот это у тебя и клювала она. Ну это густерка. Совсем что-то, да? Ну да, фанерка. Фанерка. Ну фанерку, наверное, отпустить надо, да? Ага, давно. Решай сам, фанерку. Куда такую девать. У Бользика там есть рыбка? Да. Давай тихонько цеплю. И отпустим. И отпустим, пусть плывет, красавица. Хорошая, Миш? Да, да. Торопись. Ох, как ведет, смотрю. Ведь, ох, хорошая, аккуратней. Есть, вытащил еще. Вот это да. Дождался вечернего клёва. Вот это у тебя шикарное. Есть, говорит, хорошая, говорит, гнется. Вон какая. Ложись, пенинг, покажи нам рыбку. Вон, в полной красе, ребят, смотрите, какая. Это что-то, вот это плотва, да? Интересно? Класс. Молодец, убирай. Красота. Ну ладно, ребят, на сегодня рыбалку будем заканчивать. Маленько посидели, комаров покормили, да и хватит, поедем. Рыбки поймали все равно. Поедем, да, Миш? Хватит? Поехали. Надо сматываться уже, да заканчивать. Время уже много. Ну все, всем пока, до скорых встреч, увидимся. Всем пока.